Вот. К нам в общественную палату поступило заявление от члена общественной палаты Афанасия Павловича Алексеева. Вот, по ситуации с уголовным делом, связанным с семьей Левадных. Вот, и по поручению председателя общественной палаты Республики Саха-Якутия и по решению Совета общественной палаты от 1 августа 2019 года вот, мы приняли решение провести общественные слушания. Здесь присутствует член общественной палаты, доктор юридических наук Данилов Владимир Петрович. Вот, член общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета антикоррупции по Республике Саха-Якутия Алексеев Вячеслав Петрович. Вот, и Афанасий Павлович Алексеев. Ну и я, Барамыгин Николай Андреевич, председатель комиссии по экономике, экологии, строительству и ЖКХ Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Предлагаем следующий порядок работы. Основное выступление Владимир Петрович Данилов просит до 10 минут. Вот, после Владимира Петровича слово просит Афанасий Павлович, ему до 5 минут. И после Афанасия Павловича желающие могут выступить. Предлагаем регламент до 3 минут на выступление. Вот, итогом нашей работы сегодняшних общественных слушаний должны стать рекомендации. То есть это у нас отражено в наших руководящих документах. То есть и все будет согласно закону Республики Саха-Якутия об общественной палате Республики Саха-Якутия. Такой порядок работы. Возражений нет? Нет, да. Ну, тогда предоставляем слово Данилову Владимиру Петровичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники общественной палаты. Мы проводим общественные слушания по проблемам борьбы с коррупцией на примере расследования, рассмотрения в Якутском городском суде уголовного дела 16 июля 2019 года в отношении супругов Левадных. Поводом для организации общественных слушаний послужило заявление члена общественной палаты, сопредседателя регионального отделения «Опора России» Афанасия Павловича Алексеева от 17 июля как потерпевшего, подчеркиваю, по уголовному делу об оказании правовой помощи при составлении апелляционной жалобы на приговор Якутского городского суда от 16 июля в отношении супругов Левадных Александра Викторовича и Кристины Михайловны. Мне, как член общественной палаты, поручено оказать содействие при подготовке апелляционной жалобы Верховной Республики Саха-Якутия, а также подготовить сегодня информацию в пределах 10 минут по существу данного вопроса. При подготовке слушания я руководствовался документом Европейской конвенции по правам человека, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами об основах общественного контроля в Российской Федерации, Общественной палате Российской Федерации, законом Республики Саха-Якутия об общественной палате и планом противодействия коррупции в Республике Саха за 18-е и 20-е годы, утвержденный главой Республики Арсен Сергеевич Николаев. Общественность может выступить как в качестве общественного обвинителя, так и общественного защитника. Разрешите поблагодарить общественную организацию «Опора России», Всероссийский народный фронт, Торгово-промышленную палату, Союз женщин, представители средств массовой информации за участие при подготовке общественных слушаний. Моя информация исходит из обвинительного заключения, утвержденного прокурором в отношении супругов Левадных и приговора Якутского городского суда от 16 июля. По итогам слушаний мы примем соответствующий документ.
Итак, разрешите приступить к изложению информации. Осужденный Левадный Александр Викторович 30 июля 2014 года по февраль 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального управления МВД России Якутское, подполковник полиции, кавалер знаков за отличную службу МВД России. С учетом особой важности должности, которую занимал Левадный, и ответственности на эту должность, назначение производится с согласия МВД Российской Федерации. Уголовное дело в отношении Левадного свидетельствует о серьезных недостатках при подборе и расстановке кадров МВД. Левадная Кристина Михайловна, супруга подполковника Левадного, с мая 2009 года имела статус индивидуального предпринимателя. 2013 года, с момента назначения мужа в отдел борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией по городу Якутску, занималась коммерческой деятельностью в сфере представления населения города услуг по уборке помещений с незаконным привлечением, использованием иностранных работников из Республики Филиппины, официальных документов не имела. С августа 2013 года, февраль 2017 года, супруги Левадные приискали для найма квартиры по улицам Чайковского, Бестужева-Марлинского, Курнатовского, Рихарда Зорге для более 40 женщин иностранных. Таким образом, Левадная в течение 3 лет при активной помощи мужа, подполковника полиции, руководителя по борьбе с коррупцией в столице, занималась организацией незаконной миграции. Преступная деятельность супругов Левадных раскрыта при следующих обстоятельствах. В феврале 2017 года между Левадной и работником иностранкой сложились конфликтные ситуации в связи с уходом последней другую клиринговую компанию. С уходом иностранки не согласилась Левадный и решила вернуть ее с помощью мужа. Подполковник Левадный, зная, что иностранка не имеет разрешения для пребывания в России, 10 февраля 2017 года, используя служебное положение, оперативные силы муниципального управления Якутское стали угрожать иностранке и вынудили ее выйти ее из дома по улице Дзержинского. Иностранке нанесли удары по бою. Привезли знакомой по улице Кузьмина. Изъяли личные вещи, в том числе верхнюю одежду и обувь. 12 февраля дело Круз, находясь в изолированных условиях, с целью освободиться от незаконного лишения свободы, решила покинуть помещение через окно, расположенное на первом этаже жилого дома. С этой целью она, ввиду отсутствия своей личной теплой верхней одежды и обуви, взяла с прихожей сапоги принадлежащей хозяйке квартиры и, открыв окно спальной квартиры, без верхней теплой одежды, невзирая на 33 минус градуса, спрыгнула на землю. В результате падения она получила травму позвоночника. После чего на попутной машине иностранка в поисках помощи смогла прибыть знакомой семье Алексеевых, проживающей в 202-м микрорайоне. Алексеев Афанасий Павлович, увидев состояние женщины, вызвал скорую помощь и полицию. Врачи отвезли иностранку в больницу. Сотрудники дежурной части муниципального управления, злоупотребив служебным положением, сообщили подполковнику Левадному местонахождение иностранки. Алексеев, увидев состояние женщины, вызвал скорую помощь и полицию. Врачи решили отвезти иностранку в больницу. Сотрудники дежурной части, как я сказал, позвонили Левадному, и он прибыл туда раньше, чем дежурная часть. Когда позвонили в дверь, Алексеев подумал, что прибыла полиция, и увидев глазок сотрудника в форме подполковника полиции, открыл дверь.
Супруги приватные, без разрешения хозяев, прошли в комнату, где врачи оказывали помощь иностранке и попытались, применяя силу, забрать с собой больную. При этом Левадный отталкивал Алексеева, показывал удостоверение сотрудника полиции, нанес Алексееву увечья. Алексееву удалось вытолкнуть супругов Левадных в коридор. Таким образом, в ходе предварительного следствия и в судебном расследовании действия Левадных скорректированы как незаконное лишение свободы дела Круз и превышение должностных полномочий сотрудника полиции. Действия Левадной квалифицированы следствием как организация незаконной миграции в России и незаконное лишение свободы дела Круз. Якутский городской суд приговорил осужденного Левадного к 5 годам лишения свободы с применением условного меры наказания. Левадного лишили специального звания подполковник полиции. 2 года Левадный не имеет права занимать должности правоохранительных органов. Государственный обвинитель, прокурор, участвовавший в суде, просил суд назначить Левадному наказание в виде 14 лет лишения свободы. Взыскал моральный ущерб в пользу гражданских коллективов 250 тысяч. Вместо дела Круз она предъявила иск на сумму 2 900 000 рублей. Городской суд Левадную признал виновным в лишении свободы иностранки и наказал 4 года условно. Смягчающим обстоятельством супруга признали наличие 4 детей, а тягчащим обстоятельством у Левадного признали наличие статуса сотрудника полиции. Левадную, я хочу на этом подчеркнуть, Якутский городской суд освободил от наказания за организацию незаконной миграции в течение 3 лет и оправдали за отсутствие состава преступления. Общественная палата оказала юридическую помощь потерпевшему Афанасию Павловичу Алексееву подготовить аргументированную, обоснованную помощь при составлении апелляционной жалобы в Верховный суд. В переговоре я прошу обратить внимание на следующий момент. Приговор отсутствует, как отягчающее ввиду Левадных обстоятельств степень общественной опасности тяжких преступлений, совершенных подполковником полиции Левадным в течение 3 лет. Второе. Несмотря на то, что Левадный, как должностное лицо городского управления внутренних дел, в течение 3 лет способствовал супруге занятию незаконной миграции, Якутский городской суд не вынес определение в адрес МВД Республики о причинах, способствующих подполковнику совершения тяжких преступлений, и не указан факт скрытия Левадным своей фамилии. Уважаемые участники, в 2013 году родной брат Левадного Геннадий Коваленко, командир Якутского собора, полковник, привлечен к уголовной ответственности за участие в рейдерском захвате АО «Меркурий» в Кабельском Угусе и осужден к 5 годам лишения свободы. Укрывая факт привлечения к уголовной ответственности родного брата, что могло быть основанием для увольнения самого Левадного из органов внутренних дел, Левадный сменил свою фамилию Коваленко на Левадный, то есть на фамилию супруги. Левадный, используя свое служебное положение, грубо нарушил жилищные права Алексеева, проникнув в квартиру Алексеева, дискредитировал и подорвал авторитет подполковника полиции и руководителя городской полиции в глазах общества. Уважаемые участники общественного слушания, при расследовании и рассмотрении уголовного дела допущены следующие грубые нарушения Конституции Российской Федерации и федеральных законов о разумных сроках расследования и права потерпевших Алексеева и дела Круз. Первое. Уголовное дело в отношении супруга адекватных возбуждено 14 февраля. Я прошу обратить на это внимание. Предварительное следствие проводилось
11 месяцев 16 суток. На основании статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела. Уголовное дело в отношении Деватнов направлено в суд. Опять-таки прошу это дело запомнить. 24 апреля 2018 года. На основании статьи 227 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судья принимает решение о назначении судебного заседания не позднее 30 суток и при нахождении обвиняемого в следственном изоляторе не позднее 14 суток. Приговор в отношении Левадна вынесен 16 июля 2019 года, то есть дело в отношении Левадна находилось в Якутском городском суде до вынесения приговора 1 год и 6 месяцев. В заключение позвольте сделать следующие выводы. Никаких оснований законных для нарушения сроков судебного производства не было. Второе. Фактическая сложность при расследовании настоящего уголовного дела отсутствовала. Третье. Материалы оперативно-розыскной деятельности Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха-Якутия с сопроводительными документами на Левадна были направлены в следственные органы 20 апреля 2017 года. Потерпевшая Крус и Алексеев, 50 свидетелей обвинения, 2 свидетеля защиты были допрошены установленные Уголовно-процессуальным кодексом сроки, то есть за 2 месяца. Для многократного превышения разумных сроков расследования и рассмотрения в городском суде не было. Уважаемые участники общественных слушаний, назначение Левадному наказания, не связанного с лишением свободы, вследствие мягкости является несправедливым, и вывод Якутского городского суда от 18 июля не обеспечивает законность и охрану прав и свобод населения. Мы должны создавать крепкие основы общественного контроля по проблемам борьбы с коррупцией, по обеспечению соблюдения прав и свобод граждан нашей республики. Благодарю за внимание. Так, слово предоставляется Афанасию Павловичу. Так, добрый день, участники слушаний. Во-первых, я хочу поблагодарить Общественную палату за правовую помощь, и буквально вот с первых дней вот этого дела, да, они вот постоянно меня поддерживали, и, конечно, хочу поблагодарить общественность города Якутска. Благодаря вам, неравнодушным гражданам, это дело дошло до суда. И вот вкратце вот расскажу, да, вот сначала самого дела вот чувствовалось с нашей стороны это затягивание, волокитивание вот этого дела. Даже вот допрос самих Левадных начался только через 2 суток после происшествия. Что стоило опытному оперативнику выстроить свою систему в течение 2 суток со своей женой? Они выстроили свою систему защиты. Их надо было, ну, по идее, надо было сразу брать показания, и тогда уже были бы вот более точные показания. Да? Нашу семью, да, больше допрашивали, чем Ливан. Было такое какое-то давление со стороны следственных органов. Я прошел полиграф 2. Первый раз я прошел Главное управление собственной безопасности России. Они провели меня на полиграфе. Второй раз Следственный комитет. Но господа Левадные, они отказались от этой процедуры. Они отказались. И они отказались на суде отвечать на вопросы наших адвокатов. Сразу. И вообще не отвечали. И в процессе суда, вот с декабря месяца он длился, да,
чувствовалась вот развязанность их во время суда. Ну, они уже знали исход этого дела. Вот чувствовалось. Они вот вели себя нагло. И вот по сегодняшний день нету никакой капли сожаления, что случилось. Никаких извинений вообще. Они ходят, смеются мне в лицо. Говорят, ты что хочешь сделать? Что хочешь доказать? Ты против кого идешь? Все. Вот это у них выражение лица вот это. Кто ты такой вообще? Это, конечно, печально, да, то, что вот такое происходит. Вот сейчас вот передо мной Владимир Петрович сказал, да, то, что даже вот человек, у которого брат, родной брат, является уголовником, занимает такие посты в Якутске. Куда смотрит отдел собственной безопасности, куда смотрит МВД? Почему они не проверяют каждого сотрудника? Они еще поощряют. В понедельник он должен был выйти, зайти в кабинет начальника отдела, собственно, отдела АБЭП, да, начальником АБЭП Мининского района, понимаете? И в воскресенье вот это случается у нас. Вот так они вот поощряют вот это дело. Да, и я категорически не согласен с мягкостью приговора. Гособвинитель, учесть все вот эти статьи, он попросил у судьи 14 лет реального срока для Ливанова. 9 лет для супруги Ливанной. Судья Каратаев статью незаконной миграции он оправдал. И дал какой-то мизерный условный срок. И все они стояли, смеялись над нами, над общественностью. Вот так вот, вот с моей стороны. Конечно, вот обидно, когда вот такое вот происходит, когда вот справедливости нету. Ну, вкратце вот так, в принципе, вот по вопросам могу ответить, да, вот. И бытует мнение, да, вот почему именно вот ко мне, да, вот пострадавшая пришла, да. Она не работала каждый день. Она работала в неделю, один день только работала. Кроме меня, она работала у известных депутатов республики, у известных спортсменов. Но почему-то она выбрала нашу семью. Когда вот ей стало тяжело и зашла в тупик, она вот почувствовала, наверное, что реально вот мы сможем помочь. Ни депутаты, ни спортсмены. Вот именно пришла в 4 часа в ночи, она пришла к нам за помощью. И которую помощь я ей оказал. И второе, когда я столкнулся, это с лечением ее. Травмы были серьезные. И медицина, медики, они скрывали сначала от меня. Не только от меня, от общественности. Они говорили, что это травмы такие легкие, там ничего с ней не будет. Но я реально зашел к хирургу. Хорошо, что ну, хирург оказался знакомый, он меня завел, и он снимки мне показал. Там один позвоночник вообще был сплющен. Он говорит, если не будет оперативного вмешательства, то вот эта Делакрус, она по жизни будет колясочником. Сейчас срочно нужно оперативное вмешательство. И документов нет у нее. Документы у Ливарны. Документов нету. И выставили счет. И я стал перед выбором. Или я оплачиваю полностью вот эту операцию, или она человека остается инвалидом. Я выбрал другой. Я сразу в тот же день тут же оплачиваю этот счет с республиканского центра. Хотя они вот в СМИ говорили, якобы все будет это бесплатно. Это бесплатно ничего не было. Они вот сидели и при мне вот позвонили, они сказали, вот деньги на Филиппинку поступили, все, оперируйте. И тут же ее повезли в операционную. Вот так вот было. Ну и вот, если говорить про коррупцию, да, вот у Делакрус и вот эти филиппинки, которые у них были, да, вот я вот сейчас удивляюсь, да, вот, как продлевались визы, да, как продлевались визы. Просто вот люди находятся в Якутске, паспорта улетают в город Сочи, из города Сочи, вот представьте, без вас паспорта выезжают за границу, там таможня ставит печать, они заезжают и таким образом продлевается виза. Я даже не представить не могу, какие масштабы вот этой коррупции. Это называется бизнес. Ну это бизнес, да. И вот вообще вот страшно все происходит. Я даже вот, когда вот это услышал, посмотрел вот реально своими глазами, да, я вообще поверить не мог, как это фантастика какая-то.
Ну, еще раз хочу поблагодарить то, что вы, невзирая на свою занятость, вот подошли вот сегодня на общественное слушание. Спасибо вам.